Oh,
небесный Тешитель души истины, живи в сердце истины, исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди, и селись в ней от истины, от всякой скверны, спаси вашу душу. Слава вышли Богу на земле мир, славянцы благоволения, слава вышли Богу на земле мир, славянцы благоволения. Господи, усне наш отверстишь, уста наши возвестят полу Твою. Время сотворите, Господи, время Высокопреосвященнейшего Владыку Богословского. Да, помолись Ему на Высокопреосвященнейшего избрали Господь с тобой вашим. Да поменяй вас Господь Бог в Отца, в Своей всегда на ней Христа. Thank you.
посети виноград сей и утверди их. Братья, святай Твоя, освящай имя от единого вси, и я зарядили ныне стыдиться братья нарицать их. Владоля, возвещу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспоются, и паки азбуд надеетесь нать, и паки все аз и дети, ежели дал есть Бог, понеже оба дети приобщитесь плоти и крови, и той приискренне приобщится те же, да смертью упразднит имущего держава смерти, силищ дьявола, и избавит сих, и лицо страхом смерти, через все житие повинни быше работе, не от ангелу бы когда приемлет, но от семеря Авраама приемлет, отнюдь же должен бе по всему подобиться братья, да милостив будет и верен первосвященник, я же к Богу, воежу очистите грехи людские, нем же бы пострадал сам искушен быв, может и искушаемым помощи. Братья, имущи архиерея велика, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедания, ни имя бы архиерея, ни могущество страдать и немощим нашим, но искушенно по всяческим подобию разве греха, да приступит уба с дерзновением к престолу благодати, ягода прием милость и благодать обрящим, во благовременную помощь, всяк по первосвященник, а человек приемлет, за человека поставляется на службы, я же к Богу, да приносит дары же и жертвы о гресе, пострадать моги, невежествующим, заблуждающим, понеже той немощью облажены есть, и сего ради должен есть, яко же о людях, так и о себе приносите за грехи. Рацем всей от сия души и от всего помышления нашего рацем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молитесь, услыши и помилуй. Thank you.
Преосвященные митрополиты, епископы и епископы, весь священческий монашеский чин, братья прибоженственного храма сего, все нуждающиеся поющие, благотворители, благопросители, жертвователи своего храма сего, и вас, всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во царствии Своем, и в роды не присло, и во веки веков.
участники, выслушайте слова молитвы перед святым причащением и мысленно повторяйте их за мной. Верую Господи, исповедуя Тысь во Иисусу Христосу, Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти. От них же первый или первый есть масса, верю в сей самое пречистое тело Твое, сей самое честное кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешение мое, вольное и невольное же словом и делом, между ведением и неведением. Исподобь меня осужденно причаститься, пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов, в жизнь вечную. Аминь. Печи Твои тайны неси, и Боже, причастниками, а причастницу прими. Небо врагам Твоим тайным, моё милобзание, не дам яко Иуда, но ко разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царство Твое. Да не в суд или в осуждение будет мне причинение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Thank you.
Пресветлый Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, силой честного и животворящего Христа, и живо святого Отца нашего, Василия, архиепископа Кесарика, подопкисния, и всех святых помилует и спасет нас, яко благой человека любец. Священство, дорогой Владыка, разрешите поздравить вас сегодня с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и с Крестопоклонной недели. Дорогой Владыка, мы очень рады, что сегодня, вот в этот праздник, вы совершили эту божественную литургию вот в нашем храме. И хочу пожелать вам, Владыка, чтобы Пресвятая Богородица, которая стала началом нашего спасения, всегда умудряла вас и вела вашу Пасху, то есть нас, во спасение. Много и благая лет.
Дорогие отцы, братья и сестры, сердечно всех вас поздравляю с праздничным воскресным днем, с неделей крестопоклонной, которая в этом году чудесным образом соединяется с празднованием Великого Двунадесятого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Крестопоклонная неделя всегда приходится на середину Великого Поста, и действительно у нас за плечами осталось 3 недели позади нашего великопостного странствования. Казалось бы, совсем недавно мы с вами собирались в храмах Божьих и спрашивали друг у друга прощения, вечер прощенного воскресенья. И вот половина поста уже позади, впереди еще 3 недели, и затем страстная неделя, страстная седмица, когда мы будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа, будем переживать духовно Его крестную смерть на кресте, совершенную за грехи рода человеческого, и затем будем ожидать Его победу над смертью, над грехом, над злом в день Его тридневного светоносного воскресения из мертвых. И по традиции церковной, в неделю крестопоклонную, в третье воскресенье Святой Четыридесятницы, всегда износится из святаго алтаря и полагается для нашего с вами поклонения честной крест Господень, для того, чтобы мы могли духовно укрепиться на оставшееся время великопостного нашего делания, дабы мы могли приободриться, дабы мы могли вспомнить о той цели поста, которым мы идем, а это именно духовная наша подготовка к тем переживаниям тех великих событий, которые нас ожидают на Страстной Седмице. Но в этом году это неделя крестопоклонная, это поклонение Христу, и, конечно же, наряду с воспоминанием крестной жертвы Господа нашего Иисуса Христа и с переживанием Воскресение Христово, этой Малой Пасхи, которую мы каждую неделю испытываем, праздное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Со всеми этими смыслами духовными соединяется празднуемое ныне великое торжество Благовещения Пресвятой Богородицы. И это не просто слова, подтверждение тому, что это действительно великое духовное торжество проистекает из первых слов центрального песнопения этого праздника, тропаря Благовещению Пресвятой Богородицы, которое только что хор исполнил. Дней спасения нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Именно эти слова указывают нам, что Благовещение – это главизна, то есть глава или начало нашего спасения. А окончание как бы этого спасения заключается в крестной смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому сегодня как бы объединяется в сегодняшний день и начало того спасительного служения, которое Господь совершил, придя в этот мир, приняв плоть человеческую и став одним из нас. И венец этого служения, Его восхождение добровольное на крест, Его смерть за грехи рода человеческого и, наконец, Его победа над грехом, который Он осуществил через свое воскресение, в том числе и победив смерть. Не только в самом себе смерть физическую, но и смерть духовную, следствия, которые распространились в каждом из нас через грехопадение наших общих прародителей Адама и Евы. И сегодня мы слышали то евангельское чтение, которое всегда читается в храмах. Праздник Благовещения – это четвертое зачало Евангелия от Луки, потому что мы знаем, что евангелист Лука был близок, более, наверное, чем другие апостолы, к Пресвятой Богородице. Он ухаживал за ней, он общался с ней, беседовал. Ему же принадлежат по преданию первые иконописные изображения Пресвятой Девы Марии. Именно конечно,
Мама, где же просил его? Мама, мне дали спереди. Хочет их учить. Глеб, иди сюда, бачка дает. Вот, Глеб. Иди, бачка дает. Пошли вместе возьмем. Глеб, на! Ну, у тебя сегодня день рождения, ты чё? Не бери!